Всем привет! Я сейчас нахожусь на улице, несмотря на то, что облачно на улице, да, я обнаружила вот такую вещь. Сейчас покажу презентацию с очками, с нашими вот этими, да, очки, которые защищают от ультрафиолета, синего цвета, телефонов, компьютеров и даже солнечного света. Что сейчас я обнаруживала? У нас в презентации, то есть с очками, есть такая презентация. Вот такая карточка, и идет к нему лучик ультрафиолета. Но что я сейчас обнаружила, будучи на улице, я решила человеку показать эту презентацию. И что я обнаружила? Взяв эту карточку, положив очки на эту карточку, смотрите, что происходит. Вот она, эта карточка. Вот. И я кладу на нее очки. Я вот сейчас просто на улице, да? Вот так, да? Посмотрите, я выношу это на улицу. Посмотрите, какой идет ультрафиолет от солнца. Все, у меня никакого лучика нету, ничего. Сейчас я это резко снимаю. Вот. Видите? И смотрите, и карта от ультрафиолета синеет. Вот так сейчас идет мощное воздействие солнца на карточку. Теперь давайте еще раз посмотрим. Я кладу сюда очки. Просто мне неудобно, я одна нахожусь снимать. Кладу очки. Также выхожу на свет. Смотрите, держу какое-то время карточку на солнце. Вот, видите? И линза очков, которая у нас есть в приоритете здоровья, защищает. То есть эта карточка, она показывает, как разрушительно воздействует солнечный свет и ультрафиолет. И вот смотрите, я сейчас ее быстренько, линзу откидываю. Смотрите, видите? И я опять выхожу с этой карточкой на улицу. И смотрите, видите? Опять у нас она стала фиолетового цвета, эта полоска. Вот так, ребята, вот так разрушительно действует на нас солнышко. Поэтому берегите свои глазки и будьте здоровы. И берегите своих детей, потому что наши дети очень много проводят времени. Да и мы сами очень много времени проводим за компьютером, за телефоном, да. Ну и просто на солнце, потому что сейчас лето. И вот так вот, если глазки не беречь, ну неизвестно, что может быть. Так что всем доброго здоровья!